Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы будем проходить игру Fable Anniversary. Это переизданная игра Fable The Lost Chapters от Питера Мулинье. Это Lionhead Studios разработчик, а издатель у нас выступает компания Microsoft. Игра вышла в 2014 году, переиздание. Давайте начнем новую игру. Так, цыпленок. Герой. Давайте начнем с начального уровня сложности. Хотя тут всего два. Сложный и нормальный получается. На игру установлен русификатор, так что не удивляйтесь, если там будут какие-то рассогласования с переводом, титрами. Глубоко в лесах Альбиона притаилась деревенька Оуквейл, нетронутая временем и войнами. Здесь жил один мальчик и его семья. Мальчик, мечтавший о славе, о том, чтобы однажды стать героем. Порой он представлял себя благородным рыцарем или могучим волшебником. А временами видел себя воином зла. Но сколько ни мечтал, он и представить себе не мог, что за судьба была уготована ему на самом деле. Эй, просыпайся! Опять замечтался, что ли? Весь, мать, вечно в облаках витаешь. Пошел бы лучше сестру поискал, что ли? Она играет у ворот на холмовом поле. И не забудь, ты ей еще ничего не подарил на день рождения. Только не говори, что забыл про подарок. На этот раз, сынок, я тебя спасать не буду. Я лучше дам тебе по монете за каждое совершенное тобой доброе дело. Так ты быстро соберешь на подарок. А теперь ступай и веди себя хорошо. Так... Поговорить с людьми, отмеченными на карте зеленой точкой, они могут сообщить кое-что интересное. Если приблизиться к ним, они подсвечиваются зеленым. Чтобы поговорить с подсвеченным персонажем, нажмите Tab. Ладно, так, наш батя. Так. Потерялся, его оставила, а где, не помню. А ему надо заплатку поменять, а я не могу его найти. Помоги, а? Оззи, это такой плюшевый мишка с синей заплаткой. Плюшевый мишка. Ладно, поищем. Так, где у нас по карте? Чё у нас тут? А это кто у нас? Иди ко мне, моя тыковка. Ох, какие тут. Ты кито. Что? Да я просто, я впервые вижу эту женщину. Слушай, сынок, не болтай об этом. Идет? Моя жена сидит дома, а я должен быть на работе? Нахер ты шляешься? Человек имеет право делать, что ему нравится, согласен? Слушай-ка, если ты сохранишь это в тайне, я тебе дам золотой. Так, принять взятку и совершить плохой поступок. Будь осторожен в тупой доле, слухи распространяются. А мы будем играть за доброго. Только не говори моей жене. Нельзя, чтобы она про это узнала. Да ладно. И что, по щам получишь? Так. Чё у нас тут? Это кто у нас? Привет, я торговец, брожу по свету, покупаю да продаю всякие товары, особенно для таких славных ребят. Одна девочка сказала, что у тебя есть сестра, и у нее сегодня день рождения. А подарка у тебя еще нет, как я вижу. У меня случайно имеется весьма чудная коробочка конфет. Улыбка на лице любой сестры гарантирована, причем всего за 3 монеты. Ну, у меня бабла-то нет. Попозже, так попозже. Но торопись, пока я их сам не съел.
Помни, 3 монеты, такова цена. Так. Вон Бормов пацан идет. Так. Право слово. Куда? И где это мой муж, бездельник, шляется? О, жена. Небось, с бабой какой-нибудь? Я ему дом содержи, детей расти. А что в ответ получаю? Кукиш! Если ты его найдешь, скажи мне, ладно? Вот как. Так я его оборотням на корм пущу. Спасибо, что сообщил, юный сэр. Юный сэр, блин. Ты совершил первое доброе дело, поговори с отцом, чтобы получить награду. Так, чего у нас тут еще? Так, это торговец. Доберусь я до этого хряка. Там девочка. Сюда еще можно сгонять. Ох. О, вот хорошо-то. Слушай, мальчик, сделай одолжение. Мне надо сходить, ну, знаешь, по зову. Так и говори, отлить. А ты постой тут, посторожи склад. Вот молодец. Я еще не согласился, мужик, просто ты охренел. Стой между штабелями и с места не сходи. Когда вернусь, отблагодарю. Все, я ненадолго. Пипец, даже согласие не давал, уже заставили. А мой брат говорит, что в бочках на складе бывают всякие штуки. Скорей, пока мужик ходит, разбей его бочки и погляди, что в них. Да пошел ты, мелкий засранец. Ну, сейчас твою черепушку разобью. Поломаем. Ремень достану и по жопе налуплю. Так и будешь там стоять, как тупой? Быть хорошим скучно. Разве не лучше чего-нибудь поломать? Иди в другое место, псуясь, раздолбай. Давай, еще есть время. Провокатор хренов. Да ну тебя, зануда! Разве не лучше чего-нибудь полом... Угу. Тебе по башке настучать. Ну и фиг! Делай свои добрые дела! Мальчиш, плохиш. О, там бежит мужик. Отлил в кустиках где-то. Прекрасно. Спасибо, малыш. Ты мне очень помог. Скажу твоему папаше, какой ты славный сторож. Ёпта, уже профессию приписали. Так. Направо сгоняем, посмотрим, что там есть. Ты мелкий недоумок. Ну-ка. Помоги, убери его от меня. Он повсюду ходит и бьет маленьких. А ты ведь сильный, он тебя точно испугается. Так, вы можете ударить персонажа только если он выделен красным. Чтобы атаковать кого-нибудь, вам не... Угу. Пробел, а потом нажмите лево. Больно! Ну, набили все, морду. Не буду его трогать. Хулигану. Спасибо, ты меня просто спас, спасибо! Слушай, присмотри за Мишкой, чтобы с ним ничего не случилось. А вот и Мишоня. Так, где тут у нас? Деточка была маленькая. Ты нашел, Гуси! Большое спасибо! Пойдем, Гози, поменяем тебе заплатку. Набивку, там заплатку. Так, совершил хороший поступок. Так, там торговец. Ну, мне, в принципе, хватает на подарок. Ну-ка, заглянем, что там. Ах ты, подонок! Надо было тебя сразу отрезать! Позлорадствовать пришел. Наглый пацаненок. И не смей меня оскорблять. Права, благодарю за информацию. Вот свинья похотливая. Если ты думаешь, что я собираюсь тебе жратву готовить и тряпки твои стирать, пока ты тут со своей шлюхой развлекаешься, то... Ну,
Так, батя. Молодец. Я обещал бабло, вот гони. Тебе награда за добрые дела. Куда он там отсыпал? Сынок, тебе этого уже хватит. Ты с торговцем уже говорил? Так, а что тут? Чего-то вообще ничего нету. Так, а тут старое одеяло. Даже нечего спереть. Ладно. Где у нас торговец тут? Тебе повезло. Конфеты еще не купили. Скорей, давай сюда 3 золотых. Изволь, юный сэр. И поздравь от меня сестру с днем рождения. Так, конфеты, где у нас сестра? О, как раз сестра. Просто маленький ангел. Да ну. Так, к сестренке сбегаем. Надо было там, наверное, бежать, ближе было бы. Даже золотой один остался. Сеструха, у меня для тебя коробочка конфет. Привет, братик. Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день. Как в том году. Извини, что я тебя ночью разбудила. Мне опять снился страшный сон. Как будто я играю тут на поле, а потом что-то случилось. Но я не помню, что. Хотя это ерунда. А вот подарка я еще не получила. Я знала, что ты мне подаришь конфеты. Все как было во сне. Пойдем домой. Мама может с минуты на минуту появиться. Ну, почапали. Подожди. Что-то не так. Разбойники! Это все по правде. Они здесь. Тебе надо спрятаться. А ты куда понеслась, дура? Готов! И даже бабу завалили. Зло пришло в Уолквейл. Разбойники с огнем и сталью, сжигавшие и рубившие все на своем пути. Ночь озарилась кровавым пламенем. Люди кричали и молили о пощаде, и вскоре улицы были завалены телами. И вот нападавшие дошли до последнего дома, где жила семья нашего мальчика. Его-то и искали жестокие убийцы. Чего это нас вдруг искали? Отец встал на защиту своих родных, но не был он воином и пал смертельно раненый. Разбойники перевернули весь дом, но мальчика так и не нашли. Его мать и сестра молчали, несмотря на все пытки и угрозы. В результате злодеи увели обеих с собой. Спрятавшись в лесных зарослях, мальчик смотрел, как вся его прежняя жизнь обращается в пепел. Он остался один. Так, все сожгли, все уничтожили. Так, туда мы хрен пройдем. Все тут валяются сдохшие. О, кто там орет? Нашу сестру с мамой сперли в рабство или куда там на пытки? О, наш отец.
Батя, а кого ж ты нас покинул? Это что там за хрен? Искали нас, чтобы увести, а в итоге пытались убить? Нужно уходить. Тут небезопасно. Они все мертвы. Ты ведь не хочешь к ним присоединиться? Тогда дай мне руку. Давай клешню свою. Я думал, у тебя желудок покрепче. Идем. Побереги силы, мальчик. Не со мной тебе нужно драться. Ты, может, этого не понял, но это я спас твою жизнь. В Уквейле тебе больше делать нечего. Если б ты остался там, погиб бы вместе со всеми. Идем со мной. Меня зовут Мейс. Я глава гильдии героев. Ты, должно быть, слышал о ней. Во всем Альбионе ты не найдешь места безопаснее и роднее. Если же тебе нужна месть, только мы сможем помочь тебе в этом. Мы пришли. Я представлю тебя наставнику. Дальше он будет заниматься твоим воспитанием. Угу. То есть ключи надо собирать. Я привел тебе нового ученика. Отведи его наверх, в комнату к той девочке. На мой взгляд, на будущего героя ты не похож, но Мейс, наверное, знает, что делает. Что ж, иди за мной. Ну, давайте, камеру освобождай, ё-моё. А, он сам пойдет. Комната у вас будет на двоих с Уиспер, одной из лучших наших учениц. Утром с ней познакомишься. Сейчас она пошла в лес поиграть. Пока что тебе нужно вечером поспать. Так учеба начнется поздно завтра. Поиграть. И дальше рыдать. Солнышко, птички поют. Но график по сравнению с предыдущей частью лучше. Это ты, что ли, сосед мой? Мелковат что-то. Меня звать Уиспер. Я тут уже месяц. И до сих пор у меня была собственная комната. Хотя ладно. Ты знаешь, что ты во сне разговариваешь? Будто тебе снится что-то страшное. Это со многими бывает в первую неделю. Для некоторых она же становится и последней. И для тебя станет, если не пошевелишься. Давай, нас наставник ждет в комнате с картой. Ты же не хочешь в первый день опоздать? Двигай за мной! Так очень скатываются по лестнице, они пешком идут. Наверное, наставнику надоело тебя ждать. Нас уже ждут на тренировочной площадке за ручьем. Пошли. Так, куда там нам надо? Это наша лавка. Подрастешь, сможешь в ней все покупать. Так, а зеленые у нас какие-то задания. Ну-ка, зайдем сюда. Какие доспехи тут. Что за лестница наверх? Расстояние не имеет значения. Оракул должен быть защищен. Откуда такая уверенность? Ты можешь понадобиться нам здесь. Кто знает, какие битвы нам еще предстоят. Знаки слишком очевидны, чтобы их игнорировать. А северные пустоши слишком долго были отрезаны от гильдии. Там я смогу постичь больше. Ну, надеюсь, никто не решит, что ты бежишь от битвы в надежде снова обмануть свою смерть.
Люди ведь так любят болтать. Болтовня не имеет значения. Доминует что за тебя с лицом судьба, у него? Хитрец. Чего мнешься? Заходи. А. Это был жнец. Когда-то он был великим героем, и некогда плоть покрывала его кости, и кровь струилась по венам. Но а что теперь? Пустая оболочка. Что ему ведомо о тяжести выбора, гнетущего нас? Так, что тут можно? Что, внести ничего нельзя, что ли? А, не, можно. Книжки. Так, это. Нельзя? Да отойди ты. Тут что у нас? Кончай болтать. Что, все, что ли? Ну ладно. Погнали вниз. Я добежал за 50 секунд. Быстрее никто не может. Да я бы и быстрее мог, только я ногу натер. Да я кому угодно могу дать фору в 10 миль. Да ладно. Так, задание потом. Так, сначала, что у нас тут? Тренировки. Ну, яблочко. Что тут, яблочки валяются? Тренировочный какой-то. О, яблочко еще одно. И тут яблочко. Сундучок. А, 20, нихера себе, 20 ключей тут. Отлип от подушки, наконец. Да ладно. Подойди, сынок. Ты мне не батя. Яблочки тут валяются. Пособираем их. Так, ладно. Пойдем к этому сходим. Ну уже, да? Что ж, мальчик, посмотрим, выйдет ли из тебя толк. Ступай в круг. Теперь ударь чучело как можно сильнее. Продолжай, пока я не скажу, хватит. Так, нажмите пробел. Слабовато выходит, верно? На-ка, попробуй эти. Ты что, надо с кувалды, что ли, с дробовика вынести? Да, так-то лучше будет. Когда ты убиваешь врага, из него выпадает искорка опыта. Она содержит знания, приобретаемые тобой за победу над врагом. Искорки эти обязательно надо собирать, а то ничему не научишься. Иди подними. Молодец, мальчик. Ну а завтра мы займемся. В гильдии бьют тревогу. Похоже, в лесу появились какие-то твари. Это возможность испытать твою силу духа. Займись этой проблемой, а я буду ждать тебя у выхода из леса. Вернешься, обсудим начало твоего обучения. Ладно, продолжим. Так, куда тут? Ну, пойдем сгоняем, посмотрим, что там. Гильдейский лес. Какие-то там жуки. Еще тут. Так, типа выполнено все. Че, не собрал, не успел? Ну ладно.
Так. Гильдия героев. Молодец, мальчик. Эти насекомые нам весьма досаждали. Вот, ты заслужил небольшую сумму на карманные расходы. Если хочешь заработать больше, уверен, услуг найдется для тебя работа. А нет, так отдохни. Так, ну давай. Гильдия стала для мальчика всем. Память о пожарище все еще жгла его сердце, но вскоре он перестал думать о чем-либо, кроме тренировок, и сделался сильным и ловким. Дни его были наполнены тяжкими упражнениями, ночи — занятиями в библиотеке. Как и предсказывал Мейс, спустя несколько лет он стал послушником гильдии. Начиналась настоящая учеба. А ну вставай, лежебока! Нас, между прочим, наставник ждет за ручьем. Давно уже ждет, час, наверное. Давай, пошевеливайся, бегом! Она нихера не выросла, а мы тут уже такие здоровые. Татуировка какая-то. Так, что тут еще можно обнести? Чего интересного? Здесь тоже какая-то книга. Так, здесь что у нас? Здесь. По залам погоняем. Здесь что у нас есть? Ничего интересного. Здесь ничего, книжка какая-то. Так. Вот интересно, что там. Туда я еще не успел зайти. Что там за задание? О! Слушай, ты мне не поможешь? Чем тебе помочь? Мне надо в конце недели испечь для наставника яблочный пирог. But I can't find any more red apples. I only need another four. Если найдешь, принеси мне, ладно? Ну, как видно, часть не русифицировалась. Спасибо. Вот спасибо тебе. Наставнику пирог понравится. Вот, держи. Так, пирожок мы сделали. Что тут у нас есть? Так, ладно, погнали к наставнику. Что он нам скажет тут интересного? Ага, наставник здесь. Ты опять опоздал. Ну, ёк, поспать-то можно? Дальше начнутся тренировки с настоящим оружием. Привыкни к весу меча, а потом посмотрим, сумеешь ли ты достать ему испер. Ну давай! Посмотрим, как ты справишься, малек. Да кто у нас еще малек-то? Я же закрывалась! Слушай внимательно. То, чему я тебя научу, может однажды спасти тебе жизнь. Жизнь героя опасна. Если хочешь прожить подольше, научись отражать атаки противника. Уиспер будет стараться тебя поразить. Ты должен защищаться. Закрыться можно не от всякого удара, но с Уиспер ты вроде должен справиться. Ну чё, средняя кнопка мыши. Ну, давай, давай. Черт, как это ты защитился? Вот так вот. Волшебная палочка, ё-моё. Неплохо. С ноги еще. Теперь попробуй сочетать атаку и защиту.
О, здравствуй, Громобой. Пришел проверить, как дела у твоей сестры? Братик, что ли? Так сказать. Уиспер говорит, ты поставил ее в пару с каким-то мальчишкой. Мейс считает, что у него большой талант. Настолько, чтобы держаться наравне с моей Уиспер? Давай проверим. Они с Уиспер сейчас отрабатывают боевые навыки. Так, ребята, посмотрим, кто чему сегодня научился. Поединок будет в полную силу, как на экзамене. Приготовьтесь. Да я тоже могу. Очень плохо, Уиспер. Тебе нужно больше заниматься. Жаль, что ты не видела, как я сражаюсь на арене. Может, научилась бы чему-то. Если хочешь сама там оказаться, тренируйся. Если бы нас не остановили, я бы его добила. У нас и так героев не хватает, чтобы вы еще двое рвали друг друга на части. Кстати, найдешь меня у стрельбища, когда будешь готов продолжать занятия. Что касается твоих навыков. Очень хорошо, мой мальчик. Ты далеко пойдешь. Ну, само собой. Что там за луна или планета перемещается? Ты найдешь меня у стрельбища и продолжим занятие. Наставник. Ну и многих ты уже наставил. Ну что, ты готов к уроку? Наставник здесь. Продолжим упражнение с луком. Для начала попробуй поразить три неподвижные мишени. И приложи к этому силу. Чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. Только не выходи за пределы круга. Так, понятно. О, что вы... Так. Теперь прицелься в мишень. Автонаведение, блин. Хорошо, ты поразил все мишени. Но враги редко стоят на месте. Посмотрим, как ты справишься с движущимися целями. Набери как можно больше очков за одну минуту. Ближайшая мишень – одно очко, средняя – 3, а за самую дальнюю полагается 9. И не забывай, чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. А это значит больше очков, но следует соизмерять силу, быстроту и точность стрельбы. Ну, посмотрим. Давай, сынок, достань лук. Дальнюю попали. Так. Прям в голову. Хорошо стреляешь. А то. Хорошее попадание. Продолжай. Еще одно. Хорошее попадание. Продолжай. Еще попал. Хорошее Чё? Попадание. Продолжай. Двести с лишним. Даже больше 200. Прекрасно, мой мальчик. Повтори это на экзамене, и я буду счастлив. Не описываешься? Теперь ты будешь учиться использовать волю. Когда будешь готов продолжать занятия, скажи мне. Я пойду на островок у водопадов. Кто-нибудь хочет пофехтовать? Давай. Так, бой против Уиспер идет в зачет.
Хорошо, ступайте с Уиспер в круг. Правила те же. За 5 с плюсом получишь особую вещь. Давай. Повезло. Я же закрывалась. Ну. Хорошо, пока что хватит. Почти безукоризненно. 5 баллов. За 5 с плюсом получишь меч получше. О, меч получше, ну давай. Так, бой против Уисп. Хорошо, ступайте. За 5 с плюсом получишь. Давай, давай. Да блин, а? Я же закрываю. Хорошо, пока что хватит. Плохо. Почти безукоризненно. 5 баллов. За 5 с плюсом получишь меч. Давай еще разочек попробуем. Бой. Хорошо, за 5. Зараза, а? Все равно не получится. Хорошо, пока что хватит. Почти безукоризненно. 5 баллов. Блин, сложновато. Так, бой. Давай, давай. За... Ну подойди поближе. Это все, что ты можешь. Да ну. Давай, давай. Попал, зараза, один раз. Да как же тебя завалить-то, а? Хорошо, пока что хватит. Почти безукоризненно. Ну, блин, опять. 5 баллов. Ай, блин. С плюсом получишь меч. Попробуем еще разочек. Бой против у... За... Давай, давай. Кенгуру хреново. Давай, давай. Блин, зараза, а? Хорошо. Один удар пропустил, а? Ух ты, весьма впечатляюще. Виспер должно быть стыдно. 5 с плюсом. И это всего значит, один что я могу наградить тебя новым можно. Оружием. Зажибись. Так. Задал ты у Виспер жару. Чего у нас там дали-то нам хоть? Меч какой-то. Ну ладно, так, где у нас тут с магией мы? Стоп. А на стрельбище такое есть? Есть. Экзамен по стрельбе. Наставник поручил мне проверить стрелковые навыки учеников. Да ну. Да. За 5 с плюсом положен памятный. У тебя есть минута. От... Ну давай. Да ладно. Так. Почти что насквозь пробил. Попал в дальник.
Ну, вам дадут? Ух ты! Я такого еще не видел! 5+! Наставник сказал, что за идеальную стрельбу положена награда. Арбалет. Ты прекрасно стреляешь. Ладно, так, погнали. Задал ты Уиспер жару. Меч мы посмотрели, арбалет тоже. Так, последнее. Осталось только... Пора тебе научиться использовать волю. Для начала ты поразишь эти 3 чучела ударами молнии. Давай посмотрим, что у тебя получится. Так, левый shift для доступа воли. Хорошо. Вот так. А скольких ты поразишь за 30 минут? Атакуй только те чучела, что смотрят в середину островка. За удар в спину ты очков не получишь, только зря потратишь энергию. Использование силы воли расходует энергию, а она восстанавливается лишь со временем. Так, ясно. Хорошо. Хорошо. Да ладно, чего не удивляется. По всем успел пройтись. Ты хорошо пользуешься магией. Само собой. Очень хорошо, мой мальчик. Ты постиг все 3 геройские дисциплины. Если думаешь, что готов, можешь перейти к последнему экзамену. Или поброди еще по гильдии, как хочешь. Кажется, Уиспер собирается в лес. Можешь к ней присоединиться. Так, пойду-ка поиграю. Хорошо, будешь готов, ищи меня в зале карты. Угу. Так. Так. Это у нас какие-то врата. Чё они скажут там? Темен твой путь. Лишь свет озарит его, а в самом тебе света мало. Намек, что типа я злой, что ли? О. Давай дойдем до площадки, и я тебя аттестую. О, по магии аттестации. Ну, чё? Кому здесь магию препод... Давай. За 30 секунд, начиная с первого разряда, ты должен поразить максимум мишеней. Для отличников имеется особая награда. Давай. Попал. Попал. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Давай народ удиви. Попал. Новый рекорд. Великолепно. Ставлю 5+. The Guildmaster said to award these items to anyone who excelled at the will test. Так, эликсир воли. Эликсир воскрешения. Я пока не видел никого лучше тебя. Да ладно. Так. Что у нас тут еще? Какие-то задания есть. Что у нас тут? Этот скажет. Мне нужно перебить этих воробьев, а то разгнездились по всей гильдии. Проклятые воробьи! Всю гильдию загадили! Ты только посмотри на них! За каждого убитого воробья даю 5 монет. Как еще одного подстрелишь, приходи и говори. Ладно. О! -1.
Ой, ё-моё, злой стал. Ну и ладно. Чё мне с ним делать? Жопу поцеловать в рабе? Вот самый надутый, это точно ты! Ну и чуть-чуть подпортили карму, и ладно. Настрелял мерзких птиц! Где тут на крыше были воробьи? Что там за зевание? Настрелял мерзких птиц! Злой я мальчик. И где еще их искать? Настрелял мне поменьше стало. Их там еще много. Где там их много, ё-моё? Ну и где их искать? Подстрелил еще кого-нибудь? Угу, тебе. А вон еще один. А вот и нет. Ну и что там? А, еще одного. Их там еще много. Где много-то? Тут хрен найдешь. А вот и да. Мы говорим о том, что я самый быстрый бегун в гильдии. Я могу добежать до врат и обратно за 50 секунд. А ты? Тогда бежишь до... А вот и нет! Да ну, попробуем. До врат и обратно за 50 секунд. То есть, получается, по 25 я секунд туда и обратно. Я пока не видел никого лучше тебя. Успею, наверное. Если по ближайшей дуге пойду. Блин, застрял. А вот и да. Потрясно. Как ты... Успел. Так, ладно, хрен с вами. Пойду к Уиспер сгоняю. А то она там собиралась в лесок сгонять. Ты прекрасно стреляешь. Давай на жуков поохотимся. Давай, давай. Так, минус 8. Злой. Ну ладно, сейчас восполним. Жуки себе гнездо устроили. Прямо на... Стой. Ты слышал? Вон оттуда. Разбойники. Вот бы нам через ручей перебраться. Идея! А чтобы тебе их не перестрелять из лука? Или молниями не забить? Если тебя ранит, я вылечу.
что ж мне его жарить так? Готов. Все. Все вышло. Видал, какие у них стали рожи? Да, вот правильно, видишь, они сдохли, какие у них рожи. Скажет. Угу. Так. Гильдия героев. Воробьев побили, испортили себе карму. Ну пипец вообще, из-за воробьев каких-то. Так. Задал ты Уиспер жару. Так, куда мне? Не нужен. Это куда она там понеслась? Так, мне нужно в центральный зал. И это куда-то понеслась. Так, наставник. Вот ты где. Приступить к последней мальчик тренировке. Мальчик быстро овладевал новыми знаниями. Гильдия стала для него домом, школой и жизнью. Но время шло, и мысли его возвращались к миру за ее стенами. К его прошлой жизни, к семье, отнятой судьбой. Наконец наступил последний день экзаменов. Последний день его учебы. Он получит амулет и станет жить дальше по своему разумению. Он станет героем. Но перед выпуском тебя ждет еще одно испытание. Ступай в лес и иди к бревну на вершине холма. Там узнаешь, что тебе предстоит. Удачи! Так, нам опять в лес гильдейский. Ну, что там нас ждет? Должно быть, теперь ты думаешь о последнем испытании. Все просто. Используя все, чему научился за эти годы, ты должен победить меня. Начнем с меча. Ударь меня, если сможешь. Давай! Да ладно, он что, еще будет телепортироваться? Давай, бейся! Очень хорошо. Теперь стреляй в меня из лука. Не подходи очень близко. Ну и где ты? Ты становишься лучше. О, славный удар. Ну и куда мне? Давай, бейся! А тут, по-моему, пофиг каким. Сильным выстрелом, не сильным. Ты становишься лучше. Прекрасно. И, наконец, ударь меня молнией. Какой-то мужик-мазохист, реально. Становишься лучше. Хватит. Да, для новичка весьма неплохо. Настоящие схватки будут опаснее, чем это. Но ты прошел последнее испытание и готов к тому, чтобы получить у наставника свой амулет. Да. Все испытание. Побить мужика-мазохиста, который любит, чтобы его пинали.
вот и настал этот день. Я-то помню, когда ты тут появился, а теперь смотри, кем ты стал. Мейс не зря в тебя поверил. А то... А теперь идем. Церемония выпуска будет проходить в палате судеб, в самом древнем зале гильдии. Да приблизятся ученики. Много лет трудились вы, чтобы удостоиться почетного титула героя. Сегодня ученичество ваше завершается, вы выходите в мир творить великие дела. Дела, что принесут вам благодарность. Назад сейчас вылезут людей, прям от радости. Или вселят страх в их сердца. Времена ныне темные. Тени сгущаются над Альбионом, и тьма собирается повсюду. Всякий раз, делая свой выбор между путями добра и зла, вы будете менять лик земли. Примите же свои амулеты, вступайте в мир, герои! Уиспер, блин. Пора тебе уходить, мой мальчик. Но твоя связь с гильдией не прервется. Карта на столе будет показывать подвиги, которых ждет от тебя народ Альбиона. И тебе придется возвращаться, чтобы превращать опыт в новые навыки. Это надо делать почаще, тогда ты будешь развиваться. Войди в лучи света, я покажу, как это делается. Так, у нас есть сила, ловкость, типа, и магия. Сила у нас телосложение, здоровье, выносливость, ловкость, скорость, меткость и хитрость. Ну и магия, само собой, до хрена всего. Так. Угу. О, как. Телосложение, к примеру, требует. И зеленую полосу получается опыта и силу. А, очки 600 с лишним. Это здоровье. Надо поздоровее раздевать. Так, расходуем все. Так. Это у нас требует... Так. Это у нас скорость требует... Прокачка идет. А, как бы и такие значения, такие. Так, а магия... Стена огня. Огненный шар. Молния уровень второй. Ничего купить нельзя. Нужно 1000 с лишним. Ну ладно. Больше я тебя ничему научить не смогу, но ты всегда можешь просить у меня совета. А время от времени я буду связываться с тобой через твой амулет. Наберешь достаточно опыта, увидишь, он замерцает. Я дал тебе кое-какие припасы, на первое время хватит. Перед тобой лежит целый мир. Так, эликсир воскрешения, 2 штуки, лампа, эликсир здоровья. Зайди в гильдию за заданиями. Так, стол заданий. Осиная угроза. Один нет. Давайте осиную угрозу возьмем. Так, нам теперь пора идти. Так, инвентарь у нас на какую? На И нет, на Б нет.
Так. Ну, пердёшь, Горыныч. Ладно, так. Он не похож на Курощупа. Помни, золотые пометки на карте покажут тебе путь к цели твоего задания. Осы атакуют людей в парке! Скорей за мной! Скорей! Ну давай, давай. Тоже можешь стать как я. Ты свое в зеркало видел? Один гной сплошной. Осы! Ну давай, давай, давай. Сюда! Пожалуйста. Что за пропеллер там? Карлсоны, блин, хрена. Кого там жрут уже? Так, подождите, посмотрим у нас параметры. Так, управление. Назад. Клавиатуры. Так, замах, атака. Тех людей цели у нее, заместить ролик. Касса. А где инвентарь? А, снаряжение, а. Так, где у нас снаряжение? Ну, мы получили там какие-то железные полуторные мечи, а мы катана. Катана. Использовать. Лук. Мы получили 6... так, 6 урона. Использовать арбалет. Все. Тут знак Криндона какой-то. Ладно. Так. Арбалет куда достает? Помогите, пожалуйста! Все. Спасибо, что спасли. Я про вас всем расскажу. Сразу плюс 20 стал добрый. Иди сюда. Да иди сюда. Огромное тебе спасибо. Я... Чеши. А это что за истребитель? Врезалась. Перебей всех, ос. Иди сюда. Против королевы, ос, тебе поможет твой лук. Да я и так завалю. Новые ос, но с твоим оружием тебе нечего их бояться. Я еще буду тебя целиться, да я тебя так закромсаю. И снова атакуй королеву ос. Помни, что у тебя есть еще и магия. Все. Запинали. Так, опыт накачали. Ты получил новое задание. Так. Зелье здоровья. Яблочко. Тут яблочко. Тут еще одно. Сейчас натаримся. Так, все. Ладно, пойдем сдавать. Мэйс тебя разыскивает. Он будет ждать в таверне в Пауэрстоуне. Тоже можешь стать как я. Кустики. Зеркало видел. Один гной сплошной шевелится. Так, ключик.
Один ключ есть. Ничего о жизни не знаешь. Я ведь тоже когда-то геройствовал, а теперь погляди на меня, побираюсь. Да еще этот пацан надо мной издевается. Это тот же пацан, что был мелкий в детстве. Те же штаны. Да можно же от него как-то избавить. Ты сам глянь, воняешь, как дохлая крыса. Ах, ты сам... Ах, ты не лучше этого вонючего урода. Я ухожу. Ну и вали. Давно я так не смеялся. Я тебе, герой, благодарен. Наверняка ты еще много с кем подружишься. Может, еще встретимся, герой. Плюс 20. Так, нам надо сгонять. Сдать. Так, а это что за врата? Хорошие. Сгоняем, сдадим задание наше. Ага, вот это уже лучше. Здорово. Должно быть, ты тот паренек, о котором постоянно болтает хитрец. Понять не могу, чего он в тебе нашел. Хотя ему видней, конечно. Но я забываю об этикете. Чё за очкастая дура? Роуз. Ты, конечно, обо мне наслышан. Прости, нет времени на автографы. Страшно тороплюсь в Нотхоллглейд по важным делам. Если ты за заданием, то имей в виду, что все вкусное уже разобрали. Ну, я уверена, что гильдия найдет тебе дело. Говорят, на кухне посуду мыть некому. Типа стебается. Нападение снежного тролля. Лагерь слуг тьмы. А что, взять нельзя, что ли? И досточтимый наставник. Так. Посмотрим, качественно что-нибудь можно. Так, здоровье. Телосложение. Выносливость. Да, так. Давай телосложение вкачаем. Еще можно? 1200. Нет. И купим вот этот. А ловкость, магия. Так. Метка сужа по стрельбе влияет на урон на 7 оружия дальнего боя. Так, меткость. Прокачаем. А магия так до сих пор у нас пока ничего. Ну ладно. Ну, я думаю, мы на этом закончим первую часть нашего прохождения. Так сказать, прошли обучение, ознакомились. Всем спасибо за внимание. Оставляем комментарии под видео, что вы хотели бы видеть в видео дальнейших. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем удачи, всем пока.